Друзья, я рад приветствовать вас на нашем YouTube-канале. Сегодня мы разберем очень важные Хансока Маки. Комментировать происходящее на татами будет судья олимпийской категории, судейский директор Федерации дзюдо России Владимир Степанович Востриков. Хансоку Маке дается спортсмену за движение головой вперед при выполнении таких действий, как учимата, подхват. При вынесении решения о Хансоку Маке ориентиром может являться касание тори головой татами при выполнении подхвата. При выполнении подхвата тори через плечо Хансоку Маке не дается. Хансоку Маке дается также за движение головой вперед при выполнении тори таких технических действий, как обратная спина. Хансоку Маке не дается, если движение тори при выполнении технического действия происходит через плечо. Хансоку Маке не дается, если бросок через спину с колен выполняется через голову. Хансоку Маке также не дается, если спортсмен выполняет технические действия с одного колена и при этом касается головой. Вакигатами дается тори за опасное выполнение действия с воздействием на локоть и кисть уки. Если тори после приземления на руку уки продолжает ее накручивать, за это также дается Хансоку Маке. Подобный вариант выполнения техники является правильным, и за это не дается Хансоку Маке. Ну что, друзья, наше видео подошло к концу. Мы сегодня разобрали два очень важных раздела Хансоку Маке. В этом нам помогал Владимир Степанович Востриков. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы снимаем эти видео для вас.